Ежедневно в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции сотрудники служб благоустройства Самары проводят обработку общественных пространств и улично-дорожной сети. Работы с начала пандемии ведутся в усиленном режиме, непрерывно. На дорогах дезинфицируют остановочные павильоны и моют проезжую часть. Пешеходные ограждения, которые находятся вблизи остановок и пешеходных переходов, тоже моют хлорсодержащим раствором. Используют препараты, одобренные Роспотребнадзором, строго соблюдая дозировку. Обычно для санобработки автодорог состав смешивают с специальным шампунем, таким образом обеспечивая и мойку, и дезинфекцию. Мойка проходит, в принципе, в каждом районе, ежедневно обрабатывается от 40 до 60 улиц, в зависимости от задействованной техники. Это от 22 до 19 единиц техники непосредственно каждый день работает на данной земле. Предприятия все поддерживают примерно постоянный запас у себя на бесперебойную работу от 7 до 10 дней, то есть по мере расходования материала производится до закупки. Всего в городе 625 улиц, которые с начала пандемии обрабатывают по кругу. Это улицы с твердым асфальтовым покрытием, по которым проходят маршруты общественного транспорта и, соответственно, есть остановочные павильоны. Так, сегодня по плану дезинфекцию проходят улицы Молодогвардейская, Полевая, Ленинская, Арцебушевская, Солнечная, Димитрова, Молодежная, Гагарина, Советской армии, Аэродромная, проспект Кирова. Несколько улиц в поселке имени Шмидта и многие другие. Поверхности общественных пространств дезинфицируют хлорсодержащим составом при помощи ручных распылителей, а также спецмашин. Специалисты заверяют, что средство безопасно для людей и животных. Однако непосредственно во время обработки рекомендуется покинуть территорию. Время полного высыхания составляет 15-20 минут. Скверы дезинфицируют тоже циклично. Сейчас они охвачены работами уже по 10-му кругу. В первый день недели рабочие трудились в сквере «Родина», сквере у Зубчининовского шоссе возле школы, а также в скверах по проспекту Ленина у Аллеи Трудовой Славы на площади Революции в сквере имени Мичурина, который по сегодняшнему плану стал отправной точкой. Общая площадь здесь составляет чуть больше 1 гектара. Из них 2500 квадратных метров – это тротуары. На обработку уходит от 40 минут до 1 часа. Это место, как можно сказать, излюбленное место горожан этого микрорайона. Вот, гуляют с детьми, гуляют пожилые люди. Поэтому проводим дезинфекцию тротуаров, проводим дезинфекцию малых архитектурных фор, это скамейки, вот, детских площадок. Местные жители, постоянные посетители сквера, довольны тем, что обработка территории организуется регулярно. Сейчас делают больше для того, чтобы всякую инфекцию победить. Приходит по утрам, пока народу нету, пока дети не пришли вовремя. Скоро тут появятся информационные таблички с напоминанием о необходимости ношения масок и соблюдения социальной дистанции. Больше никаких бумажных носителей. Новые таблички изготавливаются из долговечных материалов. Во всех скверах их планируется обновлять через неделю. Также для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией парки и набережные обеззараживают ежедневно. За этот фронт работ отвечают, соответственно, специалисты МАУ «Парки Самары» и МП «Самарская набережная». Кроме того, у городских служб отлажено взаимодействие с подразделениями армии и МЧС. При необходимости их мобильные расчеты помогают вести дезинфекцию. В частности, сегодня были задействованы силы МЧС для обработки остановочных павильонов улично-дорожной сети. Дезинфекцию улиц планируют проводить до тех пор, пока сохраняется положительная среднесуточная температура.